Я сегодня типа фрик. Привет, зритель, сейчас я вам обозрю в таком прикиде. Да, у меня тут была подруга, мы покрасили хной голову. Я ее уже что-то дофигна держу, и вот после ролика пойду смывать. Я сейчас обозрю вам маленький свой заказ Avon по третьему каталогу. Покажу вам распродажу с четвертого каталога, которая у людей действует с 5 марта по 25 марта, а у нас уже сейчас. Нам с подружкой тут ни хрена не понравилось. Ну, вам, может быть, что и понравится. Хотя, может быть, я потом посмотрю и решу, что мне что-то дофига всего надо. Как знать. У меня тут лак на ногтях двухцветный. Фиолетовая или сиреневая, или хрен знает ее помада от Никсовая. Полотенце на плечах. И шапочка. Я подумала, снимал ли кто-нибудь из блогеров в шапочке вот такой, как её, для душа на голове чего-нибудь. А потом подумала, почему бы и нет. Даже если никто не снимал, буду первопроходцем. Еще у меня есть каталог, который я потом как-нибудь вам обозрю. Мне за ним вставать лениво. Он потому что на системнике лежит. И этот сделаю, наверное, его АСМРом. Только уже не так, как через камеру смотрела, очень глаза устают. А как-то по-другому поставлю камеру. Короче, вот у них новая такая серия. С третьего каталога, в четвертом она. По той же цене вот этот гелик для душа 200 мл 150 рублей. В третьем каталоге был. И вот в четвертом точно так же стоит. Это у нас нефритовый цветок и шелк. Гель для душа с ароматом экзотических цветов, увлажняющий 200 мл. Avon Encanto. И она типа считается такой азиатской, корейской косметикой. И вообще Avon там скорешилась с корейцами. Много было фигни корейской происхождения. Оно у нас по аромату вообще такое ванильное. Я тогда потерла пальчиком. Красненький мне вариант не понравился, а вот голубенький зацепил. Такой вот конкретной ифрашевской даже ванилью пахнет. Вот у Ифраше есть такая парфюмерная вода Secret de Sens, черная ваниль. Вот тут пахнет именно этой черной ванилью. Только это Avon. Сегодня, может быть, заюзаю. А может быть, завтра. Ну, короче, заюзаю на днях. Если хотите, то также обозрю, как и Фраша, которое у меня еще мандаст не дошло. Те средства, которые, ну, уже когда зайдет, вы увидите на канале. Может быть, раньше этого ролика, может быть, позже. Смотря как получится. Обзором таким я протестила, и вот оно мне так или не так. А это было по распродаже. В общем, у меня весь заказ вышел на 219 рублей, 150 этот гель для душа и 69 вот этот вот брала по распродаже. Avon Naturals для тела, экзотический кокос и карамбола, блин, ее. Карамбола была тоже, по-моему, в Фраше. Гель для душа освежающий 200 мл. Мне последние разы эти Avon Naturals как-то не покатили. Мы с подругой пришли к выводу, она так сказала, наверное, их разбавляют водой. Поэтому выливаешь раньше от такого флакона на месяц хватало, а теперь на 2 недели в лучшем случае. Выливаешь на губку, вроде много выливаешь, полтушки намылил, дальше нифига нету. И приходится еще раз доливать на губку. Не знаю, как этот будет. Нежно-фруктовая и тоже почему-то, мне кажется, отдаленно пахнет очень тонкой ванилью. Напоминает такую тонкую ваниль, как в Ифрашевской лимитке прошлого года белая ваниль. В общем, вот такой у меня заказ. По бумажке для представителя, который Женька уволокла с собой, потому что это ее и ей надо, и там еще что-то и пойдет, там можно заказать, допустим, какие-то духи по 260 рублей, а какие-то духи вообще за 340 рублей. Ой, все-таки я зеваю. А еще какие-то гели для душа, что-то за 65, что ли, рублей. Ну, это по бумажке для представителя, вот этот, не помню, как он называется, такой по виду похож на каталожик с такой же картинкой, а сам по себе такой тонюсенький, тонюсенький. В общем, всем спасибо за просмотр. Ждем много негативных комментов по побольных в ролике под этим видео. Точнее, даже ждем много негативных и попобольных существ в комменты под этим роликом. Я прям практически вангую, что кто-то прибежит, а то у меня там
полтора землекопа прыгают, типа, вот ты фрик. Я говорю, я разве скрываю, что я фрик? Ах, ты не скрываешь, что ты фрик. Я говорю, конечно, не скрываю, что я фрик. Ты не скрываешь, что ты фрик. Да, какая боль. И вот я надеюсь, что как минимум 3,5 землекопа, точнее, эти 2,5 человека прискачут сюда. Прискакивайте, прискакивайте. Я ради вас накрасила ногти двумя разными цветами. Вот этой фиолетовой, сиреневой, или хрен знает ее какого цвета, помадой намазалась и оставила, еще не смывая, вот эту шапочку для волос с хной. Всем спасибо, всем отличного настроения и всем пока. Да, спасибо за просмотр, если что. Можете поставить палец к низу, можете поставить кверху. Если вы еще не подписались, но все еще периодически меня смотрите, то уже хрен ли вы не подписались. Давайте подписывайтесь. Теперь пока-пока.